Всем доброго времени суток. В сегодняшнем коротком видео хочу показать вам 4 способа, как скопировать текст с защищенного сайта на компьютере. Сразу маленький спойлер. 4-й способ будет самым простым и удобным. В 21 веке интернет предоставляет множество мультимедиа-контента, но главным по-прежнему остается то, ради чего был придуман язык программирования. А именно информативный элемент, который мы называем текст. Защита от копирования в интернете, на сайтах, всегда делается однотипно, пользователю запрещается при чтении пользоваться правой кнопкой мыши и контекстным меню, тем самым выделять и копировать какой-либо текст. Все эти способы можно легко обойти, и вариантов обхода существует значительно больше, чем методик защиты. Первый способ – это вызвать HTML-код комбинацией клавиш Ctrl плюс U. Этот способ работает всегда и покажет текст страницы вместе с разметкой и кодом скриптов. После этого достаточно найти нужное место, выделить и скопировать в текстовый редактор и очистить текст. Способ 2 – это Ctrl плюс P или версия страницы для печати. В данном случае получить защищенный текст можно, вызвав версию страницы для печати комбинации клавиш Ctrl плюс P. Работает в браузере Chrome и ему подобных, Яндекс.Браузер, Opera и так далее. При этом будет показан упрощенный документ, в котором можно выделить и скопировать содержимое. Способ 3. Отключить JavaScript. Еще один популярный способ обхода защиты от копирования – это отключить выполнение JavaScript в настройках браузера. Но при этом отключится все активное содержимое, а не только скрипт, защищающий текст, и все красивости сайта станут недоступны. И 4-й способ, на мой взгляд, это самое простое и удобное решение из всех представленных – это установить расширение для браузера, который снимет всю защиту от копирования в один клик. Например, расширение Absolute Enable Right Click and Copy. Это расширение позволяет игнорировать запреты на выделение и выключает предупреждение о невозможности скопировать содержимое страницы. Все, что нужно сделать, это установить расширение в ваш браузер. Далее в правом верхнем углу браузера появится иконка в виде курсора мыши, нажав на которую вы увидите всего 2 настройки. Enable Copy отключает защиту от копирования на любом сайте. Absolute Mode отключает вообще всю защиту от копирования контента. А на этом у меня все. Надеюсь, видео было не просто коротким, но и полезным. Обязательно нажмите кнопку подписаться. Всем здоровья и пока! We'll be right back.